Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть James Bond Agent 007. Давайте. Часок. Думаю, где-то так. Есть время. Потому что дела, дела, дела. Так что, уважаемые подписчики, давайте. Так, используйте смартфон для поиска оружия. Это я использую. Притормозите, и тогда изображение станет. Это отпечатки Померова. Осталось заполучить образец голоса Померова. Слыхал, тут собираются запретить курение. Всем посетителям мы не несем ответственности за автомобили, припаркованные на территории фабрики. Ах да, я забыл. Ее же отложили. Зато есть время причесать все цифры. Минутку. Степан Померов, кинотеатр. Президент компании Померов Индастрис. И я приглашаю вас на нашу фабрику. Это голос Померова. Теперь у вас есть доступ к компьютерному центру. Он отмечен на вашем смартфоне. Его построили в 70-м, а в середине 90-х. Принял, иду туда. Здравствуйте, господин Померов. Идите в оба, парни. Нужно постоянное патрулирование. Мы тут... Есть тут кто? У нас потери! Стоять! Где? Нормально, справился. Так. Ага, у меня вот такое, значит, да, оружие. Ладно. Мне, конечно, не влом. Так. Нет, так. Нет, по патронам я проигрываю. Так что уж извините. По убойности, да, конечно, тоже. Ну, по патронам я проигрываю. Ой-ой-ой. Вот так. Значит, еще несколько циклов, и мы дойдем до последнего уровня. Лишь бы рабочие пока... Давай, бежим, бежим, бежим. А что вы с ним делаете? Смешаем с Джу-60, посмотрим, как справиться с перекрестным загрязнением. Сразу скажу. Так. А в опыт? Да, мои коллеги уже несколько лет с ним. Выглядит многообещающе. Если это есть, нам нельзя это игнорировать. Там еще не початый край работы, насколько я знаю. Подключились к главному Черт. Терминалу. Сигнализация не должна была сработать. Теперь нам нужно время. Не убирайте телефон. Сможете продержаться? Если нет, вы узнаете первым. Так. Так. Бонд, ближе к центральному терминалу. Так.
Начать с контрольной точки. Блин, а нельзя было уходить. Следующий. Так. Блин, блинский. Все, теперь я понимаю, как это крутится. Бонд, ближе к центральному терминалу. Сейчас надо, чтобы они сюда зашли. Блин, ну ни хрена себе. А все так неплохо начиналось. Так.
Шифр взломан, 007. Просканируйте центральный терминал и войдите в сеть фабрики. Так, минутку. Минутку. Это Бонд. Где вы, 007? На фабрике Померова. Все оказалось еще хуже. Тут целый завод, где производят тонны биооружия. Уничтожить сможете? Я вам перезвоню. Некогда. Давай, давай, давай. По проводам. Да, ё-моё. Блин. Ладно. Давай, 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 давай. Вот так. На. Вот так, вроде нормально. Всем открыть огонь! Блин. Так. Что или что? Блин, вылез прямо из-под руки. Так. Блин, где еще?
Вот так. Как тебе? Своим же оружием. Еще один. Так. Собрали патроны. О! Касцена. Так. Вы можете установить свое местопохождение с помощью смартфона. Муму. Это мой код. Муму. Красавец. Дикий, правда. Так. Ты проверь тот участок, остальные со мной. Патруль 26 входит в сектор С. Никаких следов объекта. Понял, 26. Блин, они даже еще не вышли. Вот так. Ты думал, я здесь обходить буду кого-то? Да? А вот ни хрена не буду обходить. Вы ничего не видели? Штаб говорит, он должен показаться здесь. Нет, у нас все тихо. Что там такое? У нас потери! Ну, вроде без шума сделал. Были, конечно, какие-то там выстрелы, потуги. Но я их присек на корню. "007, с этого пульта можно управлять основными системами фабрики. Подойдите к центральному экрану, я проведу диагностику. Если получится вызвать перегрузку охлаждающей и вытяжной систем, запустится разрушительная цепная реакция. Вам надо найти вентили 007, чтобы уничтожить биологическое оружие. А. Интересно, долго нам еще тут торчать? Подкрепление. Давай. Пришлите помощь.
Вот так. Пошел, пошел! Держите его на прицеле! Все? Так. Минутку, подождите. Так, просмотр. Хрен на него. Мне туда надо. Вы двигаетесь к станции охлаждения. Надо вывести ее из строя, 007. Тут кто-то есть. Блин. Кто-то есть. Конечно, кто-то есть. Тут кто-то есть. Пристрелите его. Вроде бы все. Пока вроде нормально иду. Предпосмотр, грузовик есть. Прикончи его! Охренеть, вот тебе и дробаган в бочину-то нахрен. Давай. Вот так. Так, здесь я прорвался. Это первый винтик. Охлаждающие трубы прорвало. Уходите. Ха-ха-ха.
Давай. Уходите со склада. Ухожу. Ага, вот так вот. Есть, Бонд. Получилось. Найдите вытяжной вентиль и отключите системы терморассеивания. Сейчас, подожди минутку. Ага. Ну правильно так-то, по идее. Во вторую сторону бежать. Че это? Хрен его знает. Собрал что-то. Так, идем. Судя по схеме 007, этот путь ведет к вентилю вытяжной системы. Закройте его, чтобы нарушить терморегуляцию оборудования. Личность диверсанта выяснили? Нет. Вроде никто меня не спалил, да? Вам какая разница, кто диверсант, если вас пристрелили нахрен? Утритесь, вы мертвы. На! Ну неплохо, я подстрелил. Нужно подкрепление. Так. Всем разрешена стрельба на поражение. Нарушителей стрелять на месте. Я вам дам стрельбу на месте. И никто ничего. Отходим, сектор 12. Здесь все чисто. Давай, действуй, злодействуй. Получилось, Бонд. Активируйте центральный пульт. Цепная бегу. Реакция должна уничтожить оружие. Так, что-то я не понял. У меня какой-то здесь другой путь. Ладно. Всем разрешена стрельба на поражение. Нарушителей стрелять на месте. Открыть огонь! Подкрепление! Всем открыть! Вот так. Так. С дробовиком вот так. Пристрелите его.
Так. Блин, 35. Господи, то ли рацию перехватил. То ли, блин, активируйте центральный по игре пульт. Это. Запустите цепную реакцию. Давай. Центральный путь по игре. Николь. Джеймс, где вы? Почему так долго? Заведите машину и ждите меня немедленно. Будет сделано. Давай. Николь, Кидман, да хрен там. Бежим, бежим. Всем работникам покинуть землю. Навел шухеру. Мама, не горю. Николь, где вы? Скоро буду. Меня задержали. Давайте скорее сюда. Так, где он? Блин, не прорвался, не прорвался. Николь, где вы? Скоро буду, меня задержали. Давайте скорее сюда. Так. Так. Я еще в здании, тут настоящий ад. Ай-яй-яй. Блин, взрывами меня забило. Ай-яй-яй-яй-яй. Николь, где вы? Скоро буду, меня задержали. Давайте скорее сюда. Так. Сюда! Где ты?
Давай. Я еще в здании, тут настоящий ад. Так, пока идем. Так, выберитесь с фабрики. Вот так. Так, я в машине. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А надо было продержаться в итоге-то. Итог-то один. Я почти на месте, Джеймс. Надо продержаться. Давай. Скорее сюда. Беги. О, касцена наконец-то. Надо было продержаться, значит. Вы целы? Да, кажется. А как там Померов? Он сбежал. Он садился в поезд, перевозящий химикаты в порт. Погрузкой занялись его люди. Где это? Вон там. Надо остановить его, пока он не вывез оружие из страны. Держитесь! Вы спятили? Я же говорил, это дело серьезное. Конечно. Спасение мира, это вам не хухры-мухры. Вот он, пытается сбежать. Пристегнитесь, догоняем поезд. Блин, опять гонки вонючие. Блин. Вот он, пытается сбежать. Пристегнитесь, догоняем поезд.
практически ни черта не вижу, но что же. Смотрите-ка, правильно поехал. Джеймс, что вы делаете? Вы съедете в реку. Держитесь. На. Так, не стоит расслабляться. Вот так. Правильно говорил, не стоит расслабляться. Только чуть пульты не отпустил. Поезд, мы можем успеть. Да ты что, дура, что ли? Куда успеть нахрен? Вода. Таяние ледников. Весна. Ага, все понял. Успеем. Два раза нахрен. Поезд, мы можем успеть. Охренеть, кто-то придумывал. Да кто это придумывал-то? Я не вижу ни хрена, где там лед, где нет лед. Мать его. Поезд, мы можем успеть. Выдумщики гребаные. Ё-моё. Поезд, мы можем успеть. Так. Ёб твою мать, блин. У меня просто нет слов. Кто вот это придумывал? Где контрольная точка? Охренеть, блин. Идиоты придумали такую хрень. Пригнитесь. Еще и лед подорвали. Бы знал, куда ехать. Осторожно. Там главное не под мостом, тут главное под мостом. Ах, блин. Эту трассу учить надо, короче.
Заткнитесь! Реально, надо трассу учить, чтобы по ней проехаться. Ой, здесь вообще левый. 10-я вообще. О чем надо заботиться? Это о поезде. Поели, надо убрать за собой. Осторожно. Пригнитесь. Вот, кстати, посмотрел на мишках, какие пулеметы стоят. Там не пулеметы, а мини-ракетницы такие. Нахрен знает, сколько выстрелов. Разнесут хера, ну. Не то что машина, но и бронемашина. Нам нужно вернуться на берег. Конечно. Ну дай-то Бог, наконец-то. Николь. Вы целы? А, кажется, руку сломала. Ну-ка, покажите. Шину наложим. Пока будет так, а потом найдем врача. Вы и правда мой телохранитель. Что это? Поезд. Сама хотела этого. Похоже, это порт. Так, иди уроки, пока делай. Возьмите и ждите здесь. Так, нет. Телефон сюда. Нет, я с вами. Справитесь. Да. Только не бросайте. Ну, потому что я постучал-то сюда. Да, сюда. Идем. Извини, папа, я не специально. Ой. Иди, уроки. Заводи машину. Уходим отсюда. Живо! Касценко! Занять курс 220. Но там же катера! Ну и черт с ними! Идите на пролом! Там десантный катер. Когда доберемся, сможете сесть за штурвал? Да. Но будьте осторожны, Джеймс. Если пуля пробьет бак, будет утечка биологического оружия. Все погибнут. Я это учту. Конечно, да мы мне засекли Бонда. Насрать. Кажется, он сейчас на посте у Померова. Сейчас будет картинка. Померов на экранопланете. Америка и так он хреначит всякими на десантном вирусами. Катере. На борту также многочисленные противники. Сейчас появится звук. Включаю. Двигатели работают на полную, но мы все равно отстаем. Катер тяжелый. Трудно набрать скорость. Надо избавиться от лишнего груза. Так, Николь, держите курс. Не открывайте дверь! Мы не одни! Да, хорошо! Так, а я буду, значит, избавляться, да? Ладно. Это-то херота, то ли летит, то ли по воде плывет, не пойми. Ни хрена себе катер! Горошница. Прекрасный выбор.
Так. Наверное, это мост был. В горошнице, говорю, нормально, пахом. Она и в контре не подводила. О! Потом. А, вон он, что, Михалыч. Конечно, вниз. Опять не туда. Так. Давай. Так. Блин, быстро меня что-то завалили-то. Ребятушки. Ну ничего. Вот так. О, вот что меня так быстро завалило. Так. На. Вот так отстрелялся один. Джеймс, мы ускоряемся, но он все равно уходит. Сбросьте еще груз. Подожди. Джеймс, слышите? Сбросьте еще груз. Минутку. Джеймс, Памиров уходит. Нужно сбросить остатки груза. Да я знаю, подожди ты.
Давай. Вот так. Второй бэттер уехал. Джеймс, отлично получилось. Мы его догоняем. Возвращаюсь на мостик. Джеймс, он выпускает ракеты. Так. Блин, блинский. Ладно, потом. Мы под обстрелом, он открыл огонь. Держите курс, Николь. Не сбавляйте скорость, я разберусь. Блин, давай, 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 давай. Я так и думал, что из нее стрелять. Давай, смотрим. Вон пипец обвешал прям весь. Все крылья им снес. Да. Только обстрелял, и ни хрена такого серьезного-то нету. Держите курс. На. Охренеть. Я в рубку. На.
Так. На. Давай, 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 давай. Есть. Догнали. Забей эту козлину. Стреляй, все равно умрешь. Что-то я не понял, почему я умер-то. Свежий воздух поступил. Планы меняются. Отсканируйте улики, чтобы получить сведения о ваших врагах и месте, где вы находитесь. Вы можете установить свое местонахождение с помощью смартфона. Используйте смартфон для поиска оружия. Делаешь уроки? Молодец. Капитан, а ваши люди справятся с ликвидацией тонн биооружия? Биооружие? Вы о чем? В России нет биологического оружия. Понятно. А зачем экипажу костюмы химзащиты? У вас на Западе одна песня. Вечно ищете оружие массового уничтожения. Бросайтесь воевать. А правда, нет ничего. Знаете, сколько бумажек пришлось бы заполнять, будь тут у меня это оружие? Очевидно, я ошибся. Да. И, кстати, наше правительство объявит протест в адрес ваших властей из-за того, что вы тут учинили. Уж в этом я не сомневаюсь. Джеймс, протест, ага. Лучше, чем вы. А это ерунда. Зато я придумала новую серию браслетов. Правда? Гипс снимут через неделю. Пара дней отдыха на частном острове на Бермудах, и все заживет. Хотите со мной? Самолет ждет. Увы, не могу. Надо тут немного прибраться. Надо. Вы уверены? Очень. Мы бы устроили друг другу весьма интересные приключения. Устроили. Заманчиво, но... Кстати, этот ваш друг не обидится, что мы разбили его машину? Он этого ожидал. Знает, что я плохо вожу. Вечно разбиваю машины. В Лондоне про меня говорят то же самое. Ну ладно. Поздравляю с успехом. Вот вам и шутка юмора. Спасибо. И спасибо, что помогли все устроить. Вы точно не хотите поехать со мной? Не могу. Ну, может, еще увидимся. Я в этом не сомневаюсь. Чао. Пока. Давай. Господи, 6 человек на земле всего лишь. Почему вы ее отпустили? Она была ваша. Нужна комната, уединенная. Поздно, женщина уже ушла. А вам ничего не нужно убрать? Гипотетическое биооружие? В отделении на втором этаже. Третья дверь направо. И передавайте Ми-6 привет от меня. Непременно передам. Вот такой вот... Это Бонд. У них... Да, я ждала вашего звонка 007. Померов мертв, фабрика уничтожена, остатки биологического оружия у русских. Я знаю. Премьер-министр уже общался с их правительством. Будет дипломатический конфликт. Тихо. Возвращайтесь. В Лондоне обо всем доложите. Нет. Это еще не все. Анонимка о биологическом оружии поступила не от ученого. В тот момент его пытали. Кто-то хотел сдать нам Померова. Вопрос, кто и почему? Что вы предлагаете? На мобильном курьере в Стамбуле все звонки были местные. Сюда пока. Кроме тихо. Одного, неотвеченного. У меня тут... Пусть Теннер за дело Кью разберется. На чей звонок курьер не ответил и почему? Так, отслежим, почему? Кто? Нет, ни на что не ответил. Доброе утро.
полковник Пин. Доброе утро, командир Бонд. Чем обязан такой честью? Хотел узнать, с какой целью китайский агент звонил курьеру в Стамбуле. С той же целью, которую преследовал один британский агент. Предлагаете объединиться? Поговорим завтра в Бангкокском океанариуме. Будьте один. Если, конечно, не хотите неприятностей. Мило. Ты угрожает еще, падла. Я хотел предупредить вас о том же. Это Бонд. Добрый вечер, мистер Бонд. Где вы, Пин? Мы скоро встретимся. Выполните мою просьбу ради нашей общей безопасности. И что же за просьба? Мне сообщили, что в океанариуме спрятано оборудование для звукозаписи. Наш разговор не должны услышать посторонние. Сообщите, когда найдете устройство, и отключите их. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что за передатчик. Падла, недостаточно данных. Ой-о. Один из трех. Так. Так, идем далее. Вот сюда, наверное. Кит поет. Вот так. Вот теперь сюда идем. Расставьте записи в правильном порядке. Готово. Все чисто. Хорошо. Встретимся внизу, рядом с китом. Еще куда-то ниже. Пройдите к генералу Пину. Блин. И там, что ли, все это время был? Вон тот тело, которое стоит черное. Мать его. Пин? Это вы? Командир Бонд, скажите, что вам известно о китах? Немного. Только то, что лучше не держать их в аквариуме. И что у них огромная пасть. Тогда вы должны понимать, что такое жизнь в крупнейшей стране мира.
Население Китая больше миллиарда человек, мистер Бонд. Больше миллиарда китайцев нуждаются в еде, домах и одежде каждый день, каждую неделю. И так из года в год. Мне знакомы эти цифры. Но вряд ли знакомы выводы. Какие? Мы не отстаем от Запада по уровню развития. Мы изобрели порох и деньги, когда вы еще жили в пещерах. Но в каждом обществе есть нарушители закона. Те, кто готов на все, чтобы добиться цели. Ученый, промышленный шпионаж. Кто-то из Китая в этом замешан? Кто-то из ваших похитил его? Нет, гораздо хуже. Тут замешан торгаш. Тот, кто похищает опасные секретные технологии и потом перепродает их. Не из политических убеждений, а ради денег и власти. Ради того, чтобы стравить нас. Но кто? Му-му. Где он? Тут агенты. В Женеве мои люди пытались выйти на этого человека. Узнаете его? Нет. Его зовут Рак. Он родился в Монголии, на пограничной земле между Россией и Китаем. И ненавидит обе эти страны. Он держит деньги и любовницу в Швейцарии. А сам живет в Бангкоке? Он замешан в темных делишках. Вначале мы думали, что он просто посредник, но... А надо было стрелять в меня. Снайпер в группе поддержки. Выхожу, прикройте. Вот так. Вот. Вот так. Вот так.
Давай. С передящим паром мы доберемся до него. Всех перестреляем нахрен. Станьте лучшим игроком в сетевых играх и получите звание командира. Смертельный выстрел гарантирует уничтожение врага. Отсканируйте улики, чтобы получить сведения о ваших врагах и месте, где вы находитесь. Вы можете установить свое местоположение с помощью смартфона. Используйте смартфон. Используй смартфон. Сейчас с парашютом нахрен. Был под водой, сейчас с парашютом прыгнет. Также бежал, да? Ой, что-то сомневаюсь. Так. Из-под воды аж в поднебесье нахрен ушли. Ты что думаешь, я первый раз по китайским кварталам бегаю? Ни хрена себе. Ладно. Как понимаю, я сейчас не к спеху. Где-то, блин. Так. Давай, давай, давай. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидите, как мы его догоняем. Пока!